Компьютерная техника дает большие возможности по моделированию различных видеоспецэффектов. И в конце 2018 года, под новостью, что житель румынского села Терхавиште снял НЛО инопланетянина, вот он идет к тарелке своей. Так интернет немножко всколыхнуло. Ну, разум-то есть в Солнечной системе. Не мы одни тут. И, конечно, людям повезет их снять и показать миру. Непонятное, да, Миша? Чтоб нас не забрали сейчас на другую планету с вами. Кто там заберет?